Всем пиксельный привет, вы на канале Pixel Angel. Придумала, как нарисовать по клеточкам Mabel Pints. В этом видео покажу, как рисовать такой рисунок поэтапно и не запутаться. Чтобы нарисовать такой рисунок, берем черный фломастер для контура, сиреневый, синий, голубой, оранжевый, розовый, коричневый и светло-коричневый или светло-оранжевый, чтобы зарисовать лицо. Сначала берем черный фломастер или маркер, начнем рисовать контур рисунка от верхнего угла справа. От правого края страницы отступают 3 клетки. Эта клетка у меня будет верхний правый угол рисунка. Пропускаю 5 клеточек влево, на 6 останавливаюсь. И закрашиваю 2 клетки влево по горизонтали. Иду вниз по диагонали влево, закрашиваю 1 клетку. Иду вверх по диагонали влево, и нужно закрасить 9 клеток влево по горизонтали. Кто со мной рисует по видео, не успевает, отмечайте клетки, обводите контур, а закрашивайте клеточки позже, ставьте видео на паузу и закрашивайте. Теперь здесь идем вниз по диагонали, закрашиваем 1 клетку. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клеточки вниз. Идем вниз по диагонали, закрашиваем вниз 7 клеток. Поворачиваем вправо по диагонали, закрашиваем 1 клетку. Еще идем вправо вниз по диагонали, закрашиваем 3 клетки вниз. У этих 3 клеток находим середину, идем вправо, закрашиваем здесь 1 клетку. Идем вниз по диагонали вправо и закрашиваем 7 клеток по горизонтали вправо. Перейдем вверх по диагонали вправо, закрашиваем 1 клетку. Идем вверх по диагонали вправо и закрашиваем здесь 3 клетки по вертикали. От этой клетки идем вверх по диагонали, закрашиваем 1 клетку. Еще идем вверх по диагонали, закрашиваем 7 клеток вверх. Теперь 1 клетку влево по диагонали здесь и поворачиваем вправо по диагонали, здесь 2 клеточки по вертикали закрашиваем. Теперь от этой клетки перепрыгиваем 2 клеточки вверх и закрашиваем 1 клетку. Идем вправо, здесь симметрично 3 клетки по вертикали закрашиваем. От этой верхней клетки вправо 1 клетку закрасим. Идем по диагонали вправо, вверх и закрашиваем 3 клеточки по горизонтали вправо. Теперь по диагонали вверх вправо 2 раза по 1 клетке закрашиваем. Еще идем вправо по диагонали вверх, закрашиваем 2 клетки по вертикали. Перепрыгиваем вниз 1 клетку, здесь закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Здесь 1 клетку вверх. Теперь от этого угла вниз по диагонали вправо 1 клетку. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 3 клетки вниз.
Между этих трех клеток находим серединку, закрашиваем одну клетку вправо здесь. Теперь от вот этой клетки перепрыгиваем вниз одну клеточку и закрашиваем одну клетку. Здесь будут глаза Мейбл. И от нее перепрыгиваем одну клеточку вправо, одну клетку закрашиваем. Теперь продолжаем рисовать контур, дорисуем руки-ноги. От этой клетки вниз одну клеточку пропускаем и закрашиваем по вертикали две клетки. Влево по диагонали вниз одну клетку. Идем вниз по диагонали, здесь две клетки по вертикали. Еще идем вниз, две клетки по вертикали вниз закрашиваем. Еще идем вниз по диагонали влево, теперь закрасим 5 клеток вниз. Теперь здесь одну клеточку вправо. По диагонали вверх одну клетку. Теперь здесь идем выше, 3 клетки по горизонтали закрашиваем. Теперь здесь вверх 2 клетки. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 3 клетки вверх. От этого угла идем вниз по диагонали вправо, отметим клетку. Здесь соединим контур. Повторяем такой же контур с этой стороны. Здесь 2 клетки по вертикали вниз. Одну клетку вниз по диагонали. Идем вниз по диагонали, 2 клеточки закрашиваем вниз. Еще раз идем по диагонали, 2 клеточки вниз закрашиваем. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 5 клеток вниз. Теперь одну клетку влево здесь. По диагонали влево еще одну клеточку закрашиваем. Здесь идем выше, 3 клетки по горизонтали закрасим. От этой клеточки вверх 2 клетки. Теперь влево по диагонали идем и закрашиваем 3 клетки по вертикали вверх. Теперь от этого угла идем вниз, влево по диагонали, отмечаем клетку. И соединяем эти две клеточки, рисуем здесь длинную полоску. Здесь должно быть 9 клеток. Закрашиваем по горизонтали 9 клеток. Перепрыгиваем вниз одну клетку и такую же полоску 9 клеток. Будет юбка Мейбл. И теперь здесь одну клетку и здесь одну клетку закрашиваем. И теперь дорисуем короткие ноги Мейбл. От этой клетки идем вправо на одну клеточку и вниз закрашиваем 3 клетки. Клетки одну клетку перепрыгиваем вправо, закрашиваем по вертикали 5 клеток. От этой нижней клеточки закрасим влево 4 клетки. Идем здесь выше, здесь вот 2 клеточки по горизонтали закрашиваем.
Нарисуем еще одну ногу. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем здесь 5 клеток по вертикали. От этой клетки перепрыгиваем одну клеточку вправо, закрашиваем 3 клетки по вертикали. Здесь идем вправо 4 клетки по горизонтали закрашиваем. И идем выше, здесь 2 клетки по горизонтали закрашиваем. Теперь осталось дорисовать контур волос. От этой клетки перепрыгиваем вниз одну клеточку, закрашиваем 2 клетки по вертикали. Еще идем вниз по диагонали, закрашиваем 2 клетки по вертикали. Теперь 2 раза по одной клетке по диагонали. Идем вниз по диагонали, закрашиваем 4 клетки по вертикали. Поворачиваем вправо, вниз и закрашиваем 2 раза по одной клетке. Повторяем с этой стороны. От этой клетки вниз перепрыгиваем одну клетку, закрашиваем 2 клетки вниз. Идем по диагонали, еще 2 клетки по вертикали закрашиваем. Теперь 2 раза по одной клетке по диагонали. Идем по диагонали, вниз, вправо, закрашиваем 4 клетки. И поворачиваем влево по диагонали, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Теперь берем цветные фломастеры, будем Мэйбл раскрашивать. Сначала беру коричневый фломастер и волосы, вот эти клетки закрашиваю коричневым. Теперь берем светло-коричневый фломастер или светло-оранжевый, закрасим лицо. Нарисуем контур глаз. Вот здесь ведем контур вверх одна клеточка. Здесь вниз 2 клеточки, здесь 3 клетки по горизонтали и здесь 1 клетка. И второй глаз, контур, клетка вверх, 3 клетки вправо, 3 клетки вниз, 3 клетки влево, клетка вверх. Теперь нарисуем контур улыбки. Пропускаем здесь 1 клетку, здесь симметрично на лице, нужно нарисовать полоску 5 клеток. Рисуем, здесь вниз 1 клетка, влево 1 клетка, вниз 1 клетка, 3 клеточки влево. Вверх клетка, влево одна клетка и вверх одна клетка. И закрашиваем лицо светло-оранжевым или светло-коричневым. И на ногах вот здесь 2 клетки, здесь 2 клетки закрасим. И вот эти руки в одной клеточке. Берем сиреневый фломастер, вот эти клетки закрасим сиреневым. Теперь я беру желтый фломастер, на свитере нужно нарисовать рисунок. От этой клетки пропускаю одну клеточку вправо и закрашиваю здесь 3 клетки по вертикали. Влево здесь одну клетку. Теперь беру синий фломастер, здесь иду по диагонали вправо, одну клетку закрашу. Иду вверх по диагонали, закрашиваю 4 клетки вправо по горизонтали. Теперь берем голубой фломастер, здесь закрасим 1 клетку и здесь 4 клетки по горизонтали. Теперь берем оранжевый фломастер, здесь одну клетку закрасим оранжевым и здесь 4.
И теперь берем розовый фломастер и вот эти белые клеточки свитера закрашиваем розовым. И вот такой рисунок по клеточкам Mabel Pines можно нарисовать в обычной тетрадке обычными фломастерами. Кому понравился этот мой рисунок, как я придумала нарисовать Мейбл, не забывайте ставить лайк под видео, подписывайтесь на канал Pixie Ranger. На моем канале много рисунков по клеточкам и простых и сложных. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Pixie Ranger.